Экологически чистый район, развитая инфраструктура, жилой комплекс европейского уровня «Пироговская ривьера». Квартиры в рассрочку без первого взноса. Всем привет! Меня зовут Таня, я организатор Дня еврейских знаний. И сейчас нам предстоит замечательная экскурсия по этому мероприятию. Заходим, добро пожаловать! День еврейских знаний – это масштабное мероприятие, которое ежегодно проходит в более чем 45 странах мира. То есть параллельно мероприятие сейчас состоялось на целых 6 континентах. Тема этого года – это экология. Мы же решили провести День еврейских знаний в формате TED-выступлений. Для этого мы пригласили 12 успешных спикеров, евреев, которые своим примером смогут показать еврейской молодежи, вдохновить их на какие-то социальные проекты. Основные темы нашего мероприятия, на которые выступают наши спикеры, это социальные проекты образования, да, теку нулям, наукой и инновации и многие другие. Итак, мы с вами находимся на первом этаже, где у нас проходит основная программа, то есть выступление в формате TED. TED – это короткие идеи, истории, которым хочется поделиться. Это истории, которые вдохновляют. И сегодня у нас было представлено 12 таких идей, и 12 великолепных спикеров рассказали за 15 минут какие-то свои жизненные истории, которые в свое время их вдохновили, и они решили поделиться этим с нашей аудиторией. Организаторами выступления выступил Гилель, Израильский культурный центр, агентство для Израиля «Сахнут», открытый канал и дизайн «Забот Флакон». Главная особенность, в принципе, всех мероприятий в стиле TED или выступлений в стиле TED – это спикеры. Спикеры, которые говорят о том, чем они занимаются, с горящими глазами. Это свойственно всем выступлениям в стиле TED. И сегодня вот было очень много таких спикеров. Это люди, которые занимаются каждый день одним делом. Делом, которое направлено на, внимание, улучшение мира. Спикером может стать человек, у которого есть идея, и идея лежит в основе его проекта. То есть у него впереди не его проект, а та идея, ради чего он вообще делает что-то. Краудфандинг – это такая кармически позитивная работа, потому что, ну, так или иначе, ты помогаешь людям реализовывать их проекты. И это классно, поэтому мне это нравится. Это был такой интересный опыт для меня, но я понимала, что меня ждет что-то новое, необычное, и сознательно это пошла, и я, конечно, довольна, потому что, ну, теперь у меня есть галочка, что я умею делать это выступление. Мы с вами находимся на втором этаже, где у нас проходит альтернативная программа, мастер-классы, воркшопы и открытые уроки иврита. Сейчас проходит мастер-класс по тайм-менеджменту. Также на этом этаже гости могут увидеть две выставки. Одна из выставок называется «Дом, которого нет». Выставка посвящена Израилю. Фотограф замечательный Евгений Шапира. И еще одна выставка посвящена инновациям и достижениям Израиля. И давайте поднимемся еще выше. На третьем этаже у нас представлены партнерские организации и фудкорт. Партнерами выступили Израильский культурный центр, Сахнут, открытый телеканал, PG Library, экопроект Луки, Хора. И фудкорты у нас Пардес и Бар Мицва.